Привет. Этот полицейский выписывал штраф за парковку, явно не заслуживающий того женщине. Автору видео это не понравилось, и он решил выписать ему штраф в своем стиле. You gotta go back, mate. You see this? Yeah, I'm sorry, mate, but that's going to the police and they'll prosecute you. When it's your problem. There's a whole heap of traffic down get there. Off. There's no cars down here. You're going. Come on, get out you of the way. Walk no, around you go like back. That, do just you? Go back. Why you're lucky. Got a problem you're lucky with you haven't passed the keep left sign, or can you'd be you going to court. Get out of the way. Just go back and go around. Back. Go back. There's no one behind you. No, just go back. Enjoy your little bit of fame on YouTube. Автор видео не терпит эгоистов на дороге, поэтому он решил проучить таксиста, нарушавшего правила. Стойкость велосипедиста помогла поставить наглецов на место и заставила их соблюдать предписание. Автор получил не только чувство гордости за себя, но и респект от проезжавших мимо людей. Thank you, sir. They always do that, you know? To be fair, it's every driver, not just cabbies. No, thank you anyway. Have a nice day. I wish you lots of business. Okay, Presto. Не все герои носят плащи. Воришка рассчитывал, что вынести цепочку из ювелирного проще простого, но кармическая охранная система не позволила ему это сделать. Будучи абсолютно уверенным в своей правоте, таксист почему-то решил перекрыть дорогу скорой помощи, спешащей на вызов. Давай ему дадим. Слышь, ты Бойся! Но тут он неожиданно познал на себе всю мощь и сплоченность дорожного братства. Все на скорую, да, смотри? Ну, конечно. Ты смотришь. Если он хотел найти себе мотивацию ехать быстрее, у него отлично это получилось. Быдло семейства! Я в полицию сообщу! Ты ж ***ла семью, понимаешь? Вы быдло семьи! Молодцы! Никто так удачно не паркует транспорт, как это делает карма. Вы наказаны! Thank you.
doing? What the is that? What are you? Why did you just pass me like that? Why are you trying to hit me? What the man? What was that? I got you on camera, you like, what are you doing? What are you doing? Уверен, в этот момент парень просто выполнял волю вселенной. Некоторым преступникам требуются годы, чтобы исправиться, но эти сделали это моментально. Ну и что, что не по своему желанию? Знаешь, что не стоит делать никогда? Хамить тем, кто готовит твою еду. Don't take my hat. Don't take my hat. Ah, my hair. Don't grab my hair. Look it up. You're stealing my hat. Don't steal my hat. Oh my god. Водитель продемонстрировал ужасно недружелюбное вождение, чуть не сбив двух мотоциклистов. Но ребята решили не отказывать себе в возможности поквитаться с негодяем. Camera. Yeah. Get his plate. По-настоящему рыцарский поступок. Водитель решил проскочить на красный, но абсолютно неожиданно оказалось, что запрещающий сигнал светофора существует не просто так. У него будет полно времени вспомнить правила, пока он ждет эвакуатор. Говорят, чтобы меньше злиться, нужно больше гулять пешком. Это ж точно! Ты снялся, если чё.
чистая правда. Посмотри, насколько он стал спокойным. Тем, кто не желает жить честно, судьба дает куда больше испытаний. Атлет на собственном примере узнал, почему скромность – главное качество чемпионов. Парень, должно быть, считал себя неуловимым. Но карма настигнет даже самого быстрого бегуна. Парень, должно быть, решил оторваться в свой последний рабочий день. Но рабочее место решило отплатить ему той же монетой. We just had a good night down there. Help! Help me! Hey, how's it going, man? What was that? What was what? Who yelled help? I proszę, jak ładnie. O. Dobra, no, lepiej się czuję z kolegą niż mojego w pierwszym słowach, bo potem z miejsca kolek by było i było lepiej. Pytają się, zachają, czy zawsze to kolek znajdą, okej? Он думал, что быстренько проскочит вдоль обочины и был абсолютно прав. Только конечный пункт у него изменился. We'll be right back.
time, so don't miss it. We're going team. Just wait here. Прежде чем хамить строителям, вспомни, что у них есть доступ к твоему дому. Вот это все. Думаю, теперь они квиты. No kink in the hose either. В этом видео все как у Достоевского. Преступление. И наказание. Write a book about this.
Этим ребятам не заплатили за честно сделанную работу, и они решили объяснить заказчику смысл выражения «скупой платит дважды». You're paid. That's gonna cost. Как жаль, что она закупалась не краской в строительном магазине. Иногда законы физики действуют сообща с кармой. Операторы, как известно, неприкосновенны, но не для всего. Моментальная компенсация ущерба за пранк. Сюда! Давай! Иди сюда! Давай! 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 Дав
giving them out. Yeah, I bet he loves you. So, and again, hi, mate.